Вот что происходит с самыми недовольными зрителями на платформе Озон. Давай, Илюх, давай, нужно срочно заметать следы. Но при этом сегодня у нас самый... Ему не понравился пылесос. Ему не понравился пылесос. Но если вам не понравился пылесос, тогда мы вместе с Ильей Островским идем к вам. Привет, привет. Вы... Конечно, мы идем вместе с брендом Пионер, правильно? Конечно, конечно. Вы все еще пылесосите? Да, и при этом заметьте, что действительно, если вы хотите как-то быстро замести следы, например, от кошки или от каких-то недоброжелателей, или от просто людей, которые не разуваются, именно тогда вам нужен пылесос от бренда Pioneer. Но это не пылесос, это паровая швабра. Да ты что? Это паровая швабра, конечно. У нее есть парогенератор, пар, и вот на полу на самом деле краска. Это взяли и покрасили ламинат. Но нас это не остановит, расстроит. Но да. Не остановится. Слушай, но при этом, как это происходит? Получается, там просто есть вода. Ну смотри, даже кетчуп наш убрал, который был условной кровью, да? Конечно, у нее есть парогенератор, и мощным ударом пара мы отпариваем, дезинфицируем и чистим без какой-либо химии. Обрати внимание, никаких моющих средств, но мы получаем чистый, и не просто чистый, а еще и абсолютно безмикробную поверхность, которая убивается паром, мощным паром. Слушай, но при этом так быстро действительно все очищается. Ты знаешь, Илья, тут сразу к тебе вопрос вот от Артема, наверное, он только присоединился к нашим стримам. А это тот же Пионер, что раньше аудиотехнику делал или другой? Слушай, Пионер, он всегда Пионер один. У Пионера есть много разных направлений. Это одно из направлений Пионера, легендарный бренд Пионер. Давай теперь расскажем, что же у нас сегодня будет. Конечно, давай. А сегодня у нас будет, во-первых, мы с вами пару раз поиграем. Вы выберете какой-нибудь товар, вы назначите на него цену, мы немножко поторгуемся, и потом я на 5 минут прямо в прямом эфире поставлю ту цену, которую вы скажете, и у вас будет 5 минут, чтобы купить этот товар. И это мы сделаем дважды. Так. А помимо этого, зовите ваших друзей, открывайте свои списки контактов, потому что столько, сколько нас с вами будет в конце эфира, такую скидку мы прольем на весь ассортимент бренда Pioneer после эфира на 10 минут. И у вас будет 10 минут, чтобы приобрести один из 150 артикулов, представленных на Озоне, для себя, для своих близких. Скоро куча разных интересных праздников, и такую цену вы еще не найдете. Поэтому зовите ваших друзей. Вытаскивайте с Пионера скидки, потому что будет у вас 20 тысяч человек, будет 20% скидки на весь ассортимент. Но при этом я хочу сделать большой такой нюанс, повесить такую тайну. Я советую вам реально от себя лично, можете мне доверять, смотреть весь этот стрим, не отрываясь. Потому что сегодня Илья, помимо всего этого, подготовил еще один сюрприз, о котором пока помолчим, да? Пока молчим. Так да. Что сегодня будет интересно, куча сюрпризов. Ну что, пойдем что-нибудь поделаем, покажем? Пойдем, конечно. Ты знаешь, что тоже спрашивают? Скажите, а пакеты для трупов у вас есть от Пионер? Ну вот, собственно, то, что мы сегодня обозначили. Это очень хорошая идея. Мы возьмем на заметку, возможно, как зовут? Зовут Артур. Возможно, Артур. Мы с вами, к вам еще вернемся в процессе этого стрима. Так, ну что ж, пойдемте. Евгения, спасибо большое вам за комплимент. Мы с Ильей отправляемся на вот такую нашу кухню. Рассказывай, что сегодня мы будем с тобой делать? Слушай, мы сделаем две вещи на кухне. Во-первых, мы приготовим безе. Вау! Мы приготовим безе в планетарном миксере Пионер. И мы с тобой сегодня сварим глинтвейн. Слушай, зима, глинтвейн. Так, чтобы у нас стрим прошел. Тем более пятница сегодня. Конечно, да. Да. Вечер пятницы, да. Что может быть лучше провести его за стримом с хорошим глинтвейном, правильно? Да, слушай, давай. Ну так, а с чего начнем, с безе или с глинтвейна? Ну, давай мы поставим делаться безе, потом поставим вариться глинтвейн, пойдем заниматься своими делами, вернемся и посмотрим, что у нас получилось. Незаменимая штука. Называется планетарный миксер, кухонная машина. По-разному их называют. На самом деле, один раз попробовав, невозможно не воспользоваться этим прибором у себя на кухне. Такой вот прибор, он так открывается, у него есть вот такой вот... Чаша такая съемная, да? Да, она снимается. Угу. Вот, и разные насадки. Есть насадка для теста и так далее. Но сегодня мы будем пользоваться обычным простым миксером. И этот прибор может сделать то, что не может сделать ни один ручной миксер никогда. Так, и что же так? Никогда. Как он будет работать сейчас? Ну, смотри, я предлагаю... Что тебе подать, скажи? Ложку? Нет, ножичек. Ножичек, да, так, да, держи. Да, давай мы с тобой разобьем пару яиц.
И сейчас, ты знаешь, я пока отвечу на вопрос, потому что уже спрашивать, сколько стоит такая машина, вы посмотрите. Перечень товаров находится внизу, в левом углу. Здесь вы ее как раз-таки находите. Вот она у нас здесь. 7888 рублей. Но помните о том, что сегодня вот этот волшебный человек, волшебный телефон, и он будет делать вместе с вами снижение цены. Вы сами будете голосовать и выбирать стоимость, за которую вы хотите купить данный аппарат, поэтому оставайтесь с нами. Так, о, пишут, мечта жены, Илья. Мечта жены. Я на самом деле дома люблю очень готовить. Всю технику Пионер тестирую сам лично, и у меня дома планетарный миксер от марки Пионер, естественно. Итак, мы отделили белки от желтков. Так. Да? И что мы сейчас будем с тобой делать? Взбивать сразу или ты что-то добавляешь? Кстати, я хочу вам сказать, что Илья меня просто поразил на нашем там общем созвоне, когда он рассказывал правильность данного рецепта. И я думаю, вот это да. Он говорит, да, так я сам все дома готовлю. Конечно, вот молодец. Конечно, мы сделаем все очень вкусно. Мы добавим сахарную пудру. Так. Мы добавим немного лимонной кислоты. Угу. Так, чтобы была кислинка. Так. И, в принципе, все. Все, да, можно взбивать. Можно взбивать. Мы вот так вот его закроем и поставим взбиваться. Мы выберем скорость. Угу. Обращаю ваше внимание, что у нас есть специальный щиток, который защищает от брызг. И, соответственно, нет брызг. У нас есть такая возможность в процессе приготовления добавить то, что нам еще нужно. И закрыть это обратно. И мы его оставляем так вот взбиваться. На самом деле он может работать часами, если есть что-то сложное или какое-нибудь тесто, которое нужно перемешивать долго. А пока... Мы его на высокой скорости оставим на пару минут взбиваться. Пока взбивается наш самый безе, он же Google Moment. Так. Давай-ка мы начнем делать... Глютен. Друзья, мы будем делать... Так, я потише сделаю. Да. Мы будем делать в чайнике. Мы будем делать чайники, потому что чайник глазами Пионер, у него есть вот такая вот колба. Она съемная, ей можно пользоваться, можно не пользоваться, тогда становится обычный стеклянный чайник с подсветкой, с интересной. Вот, но сегодня мы ей воспользуемся, потому что мы в эту колбу насыпем наши ингредиенты для глинтвейна. Мы ее вот так вот сделаем. Видите, что ингредиенты внутри. Теперь мы... Одеваем очень просто, закрываем и почти готово. Единственное, что нам нужно сделать, это добавить безалкогольное вино. Конечно, только безалкогольное вино. В кадре алкоголь пить нельзя, поэтому это вино безалкогольное, мы его добавляем. И ты знаешь, пока ты добавляешь, я хочу отметить, вот спрашивают, когда будет такой розыгрыш, как участвовать. Смотрите, сейчас мы презентуем вам несколько товаров, абсолютно разных. После чего мы устраиваем такой аукцион, грубо говоря, где вы называете, какой из данных товаров вы хотите увидеть по сниженной цене. После чего мы спрашиваем, какую же скидку еще вы хотите, да, за какие деньги вы хотите приобрести. И после этого Илья меняет цену ровно на 5 минут, и вы сможете приобрести все это по именно такой сниженной цене, как вы выберете. Да, так что следите за теми товарами, которые показываем. Смотрите, что вам подходит. Очень скоро мы сделаем с вами такую первую акцию. Вы проголосуете, выберете. Я в онлайне снижу цену. Но помимо этого, я хочу напомнить, что сегодня столько, сколько нас с вами будет в конце эфира, такую скидку мы прольем на весь ассортимент Пионера. Это больше 150 артикулов, доступных на сегодняшний момент на Озоне. На 10 минут после эфира. Так что зовите ваших друзей, зовите ваших близких, налетайте, покупайте, у вас будет возможность приобрести подарки по удивительным сегодня ценам от легендарного бренда. Ну, пока у нас варится с тобой глинтвейн, да, пока у нас взбивается наше безе, я предлагаю что-нибудь там похулиганить. Слушай, ну давай, потому что здесь уже многие, например, и спрашивали про вот гладильную станцию, да? Это именно так называется, правильно? Нет, это у нас напольный отпариватель. Вот, классная, надо, чтобы не путали. Штука. Да. На самом деле, знаешь, утюгом гладить очень сложно. Мне не нравится, то есть я это практически не делаю. Но вот гладить отпаривателем, это на самом деле даже такой, знаешь, немного удовольствия, задор. Я покажу, потому что то, что может сделать отпариватель, не сделает утюг. Мы возьмем его, включим, просто нажатием ногой, можно, ногой, да, нажать, его можно взять, включить. Вот так вот выключить, включить. У него есть съемный бак сзади, вот можно показать. Бак, его хватает примерно на час работы, что довольно-таки много.
Так. Вот, у него есть у этого аппарата вот такая вот доска, которая на самом деле тоже съемная. Она легко крепится вертикально. Есть возможность вешалки, то есть такого вертикального отпаривания. Вот. И сейчас мы начнем тестировать наш отпариватель. Кстати, ты знаешь, вот спрашивают, есть ли у Пионер товары, чтобы дизайн в стиле ретро или стимпанк. Но мне кажется, в принципе, вот этот сейчас вариант очень даже ретро, очень красивый, стильный дизайн. Знаешь, у нас концепция, это такая модерн ретро. Это что-то больше, знаешь, есть такая борьба между Citroёном и Mini. Да. Mini это ретро, Citroёn антиретро, но выглядит как ретро. Да, да, да. Мы ближе все-таки к концепции Citroёn. Ага, понятно. В своем дизайне. Ну что? Давай посмотрим, наш аппарат готов, прошло на самом деле секунд, наверное, 20-30, чтобы да. он подготовился. Давай-ка мы помнем. Я помну, вот смотрите, я мну. Да, давайте даже вот так вот скрутим, наверное, посмотрим, да, как у нас скручивается. Ну, чтобы достоверно проверить как раз-таки, потому что мне тоже интересно. Так, вот, ну, как смогла, так и помяла. Слушай, ну, раз я тут помяла, слушай, да? смотри. Мы, научи мужчины, меня знаем мять, как нужно мять. Что творит, а? Да-да, мы сделаем вот так. Да? Так. Вот. Ну, помял? Нормально. Как ты считаешь, нормально помял? Да, хорошо помял. Ну, давай, возьмем отпариватель Пионер. Если у вас деликатная ткань, если у вас какие-нибудь там стразы, видишь, я даже... Ты загладил. Да, загладил, да. Он заглаживает, вот. Да. Или, например, то, куда нельзя применить утюг, то у вас единственный вариант – это отпариватель. Но отпариватель, он гладит не хуже, чем утюг. Но его можно применить с любой абсолютно тканью. Это можно делать на весу, это можно делать на поверхности, можно дотянуться им до шторы. Достаточно один раз провести, и мы видим, что вот… Смотрите, я еще раз это сделаю. Как бы не было помята ткань, это произойдет… Посмотри, я практически не дотрагиваюсь. Видишь, я специально медленно. Я не дотрагиваюсь практически до поверхности. И она абсолютно идеально гладкая. Это отпариватель. Но не забываем, он же еще горячий пар. Ну его да. дезинфицирует. То есть микробы, бактерии не выживают после такой обработки. Поэтому раз в полгода мебель мягкая должна проходить такую обработку. Это важно. Но это отпариватель. Не всегда люди хотят отпариваться, хотят пользоваться утюгами. Да, да, да. На этот случай у нас есть... утюг глазами Пионер. На самом деле я сегодня принес не просто утюг, я принес гладильную станцию. Ты знаешь, что такое гладильная станция? Так, что, ну я знаю, что вот это вот это. Это вот это, да. Но при этом выглядит очень мощно, и что мне нравится, что выглядит еще и очень стильно. Посмотрите, здесь достаточно стильный дизайн, да, все очень красиво. Ты тоже сейчас включил, да? Я ее только что включил. Так. Ей нужно тоже буквально секунд там 15, может 20. Чтобы нагреться и войти в рабочий режим. Вот, когда... Как она устроена? У нее есть отдельный бачок, который снимается. Мы в него заливаем воду. Вот. И отдельный утюг. Ага. Теперь, вот такая вот система, она, в принципе, по своим характеристикам профессиональная. Да. Потому что это не просто утюг, который нагревается, но у него паровой удар, который как в профессиональных химчистках по отпариванию. Я сейчас это покажу. Я думаю, да, будет всем интересно, что получится. Пока так. Давай мы помнем опять нашу рубашку. Ну, это у тебя профессионально получается. Это у меня получается лучше. Обрати внимание, что у нас здесь получилось. Так. Посмотри, да. Да. Он, а на вот самом на деле фоне он, хорошо да, видно. Да, да, он двухметровый этот правый удар. Ага. Да, да вот, видно. Вот, хорошо видно. Вот. У него специальный бойлер, специальная система нагнетания внутри вот этого вот корпуса. И сейчас я покажу, что можно сделать вот такой вот штукой. То есть, если у вас действительно много глажки, да. и у вас обычный утюг, то я рекомендую точно вот такую вещь. Смотрите, я им даже сейчас не дотрагиваюсь. Так. Ты видишь, что происходит? Да, расстояние 10 сантиметров, да? Видишь, я не дотронулся. Так. То есть
Ой, чудо, мы разгладили нашу футболку, да, Динатрагиш. Конечно, если я его положу, то тут уже будет моментально, да, видно. Да, моментально. Это связано с тем, что у него паровой удар профессионального огромного отпаривателя. Угу. Вот, на расстоянии там 2 метра. Класс. Слушай, давай-ка мы уже выключим наш... Давай, потому что многие слышат шум, многие говорят, что что у вас там уже, что а вы у нас, готовите. Да, а у нас тут нашего как хорошо, да? Да, на да, на самом да. деле вот этот вот, называют его планетарный миксер, интересная кухонная машина, без которой у меня дома есть. Угу. А, без которой, в принципе, я себе не могу представить какую-нибудь готовку. Так. Вот сейчас мы взбили белки. А белки, чтобы хорошо взбились, должны быть холодными. У нас угу. белки были теплые, они не были холодными. Вот. Но несмотря на это, смотрите, что у нас получилось. У нас есть... На... Да, видишь, она не капает. Да, да? Я ей помогу. Кстати, очень даже. Знаете, можно заканчивать эфир. Как тебе? Очень хорошо. Я вообще люблю вот это все, что связано с сахаром. Я знаю, что это вредно, но это вкусно. А тут мало сахара. Да, поэтому возьму еще ложечку. Шикарный вариант, слушайте. Это прям вкусный, они очень воздушные. Вместе с этим я обращаю ваше внимание. Проверяем так. Я переворачиваю ложку, и они не стекают. То есть, да, раз, и все. Они да? буквально чуть-чуть то есть, если, сдвигаются, вот но если и все. На противень положить вот такую вот штучку, это получится вкуснейшее безешко. Ровно через 15 Шикарно, минут. Шикарно все. Вот это ты дома, значит, себе такое готовишь, ровно да? через 15 минут это будет, да, очень вкусное безешко. Класс, мы класс, сейчас, класс. Давай мы высыпем вот да. сюда. И знаешь, что я подумал? Что? У нас же остались желтки. Да. У нас остались желтки. Давай-ка мы тогда чуть попозже приготовим из них майонез. А, давай, да. Ну, чтобы не шуметь, мы это сделаем, когда мы будем заниматься чем-то другим, поставим его готовиться. А сейчас я предлагаю попробовать глинтвейн. Мы с тобой сварили глинтвейн. Глинтвейн безалкогольный. С безе будет вкусно, даже безалкогольный глинтвейн, мне кажется, знаешь. То есть такой десертный день. Да, в чайнике глинтвейн. Чайник глазами пионер. Мы смогли сварить глинтвейн, потому что у чайника пионер есть вот такая вот штука, которая снимается. Вот, туда мы насыпали ингредиенты для глинтвейна. Угу. Вот, и сварили глинтвейн в чайнике. И да, давай попробуем, так, что же у нас там получилось. Сейчас. Давай попробуем сейчас. Это, конечно, важно, чтобы мы как раз-таки могли сейчас все изведать. Ну, слушай, ну супер, мне нравятся такие эфиры. Приходи, пожалуйста, чаще, так хорошо. И можно безалкогольного глинтвейна выпить. И, в принципе, хорошо, ты знаешь, провести время. Так, у нас, кстати, уже почти 5000 человек смотрит сейчас. Ну что, 5000 человек, уже 5% на весь ассортимент после эфира есть. Но если вы приведете своих друзей, нас с вами будет, например, 20 тысяч человек, а это легко достижимо, в прошлый раз так было. Да, в вот, мы раз давали скидку 20% на 10 минут только для тех, кто смотрит наши фирмы. Дадим вам специальный промокод, и вы его вобьете в корзину, и в течение 10 минут у вас будет скидка на весь ассортимент «Пионер». Поэтому зовите ваших друзей. А сейчас, ну что? Ну что, за 2021 пусть пройдет да? все хорошо. Без да, с брендом «Пионер». Да. Глинтвейном. Кстати, я вам хочу сказать, что вкус не меняется, несмотря на то, что мы сделали его в чайнике, да, вот мы привыкли же варить, не знаю, в каких-то кастрюльках, ковшиках, слушай, здесь, потом ополоснули и все, да, чайник конечно, готов. Конечно. Шикарно. Замечательная вещь. А, слушай, ну мы уже показали нашу швабру, да. Да, мы показали отпариватель, давай еще раз посмотрим, и, друзья, с вами давайте выберем какой-нибудь товар. Вы проголосуете, какой именно, и я с вами немножко, наверное, поторгуюсь, и прямо в прямом эфире поменяю цену этого товара на ту, которую вы скажете. Итак, что мы с вами посмотрели? Мы посмотрели великолепную швабру, можем, кстати, еще раз даже ее взглянуть на нее. Да, обращаю ваше внимание, что она хоть и в включенном состоянии, когда она вот так вот стоит, она не работает. Достаточно мне начать движение, то мы видим, как вот... У нее, видите, начинает... Но она и микробы убивает, почти пол, получается, моет, да? Она не почти, она моет пол. А скажи, пожалуйста, получается, здесь же съемная насадка, потом в машинку можно кинуть, простернуть и все. Простернуть и все, конечно. Шикарно. И она именно моет пол, но моет пол паром, горячим паром. Достаточно мне ее поставить вот так, и она прекращает свою работу. Прости, а еще один вопрос. Также по коврам, правильно? Вот здесь спрашивали. По коврам есть специальная насадка, она вот здесь. Вот это, да? Да, я могу показать, как это выглядит. То так. Есть, мы... Давай, я сейчас тебе расшнурую. Давай. Так, дотянется просто, у нас. Да, мы просто одеваем вот эту вот насадку и начинаем... Отпаривать по ковру просто Да, отпаривать ковер, да, вот так вот.
Ага. Вот. И получается то же самое, соответственно, ковер и чистится, и отпаривается, и дезинфицируется. Очень важно последнее в наших сегодняшних реалиях. А, так, кто-то тут у нас наследил. Да, надо помыть. Ну, слушай, действительно, ну, что все-таки... такое? При как этом я сейчас такое понимаю, что ты быть? Даже не снял насадку для ковра, хотя ее в данном случае лучше снять. Да, это значит, что... А, я уже вот знаю. Да, так. Точно. Это... А я думаю, почему не с первого раза? Потому да, что а вот тут можно. Давай, Саш, проверим. Вот с первого раза. Вот и... раз, два. Два движения вперед и назад, и все. И все работает. А... Итак, у нас швабра глазами пионер. Это раз. Мы сейчас, внимание, выбираем с вами товар. Вы голосуете, мы даем цену, которую вы скажете. Так. Швабра глазами пионер, раз. Наш напольный отпариватель, которым ну, мы мяли эту рубашку вдоль и поперек. И это было очень просто, легко, да, очень и удобно, быстро было, конечно. Да. Наш... паровая станция. Это гладильная станция. Гладильная. Тут просто все пишут паровая станция. Ну, это называется гладильная станция. На самом деле с очень мощным ударом, которое может сделать даже на расстоянии, не дотрагиваясь... Она может выгладить вот такие вот замятости. Сейчас вот видите, я специально не дотрагиваюсь, да, оператор показывает это, и даже не дотрагиваясь, у нас мы погладили. Ну, конечно, если я сделаю вот так, то мы получим идеально ровную поверхность. Это, в принципе, по характеристикам профессиональное оборудование, которое может отпарить, ну, выгладить любое количество одежды, и это будет гораздо быстрее, чем стандартным обычным утюгом. Есть съемный бак, туда заливается вода, и все работает. У нас незаменимая на кухне штука – это планетарный миксер, который мы сейчас сбили, вот это вот безе, которое можно приготовить со специальной крышкой, которая антибрызги, можно добавлять в процессе какие-то там сыпучие дополнительные вещи, у него есть разные скорости, металлический корпус, очень мощный мотор, ну, в общем, штука незаменимая, она у меня дома есть. А еще мы сварили глинтвейн. Глинтвейн мы сварили в чайнике. Чайники глазами пионер. Почему в чайнике? Потому что у него вот такое вот ситечко, куда мы положили наши товары, наши ингредиенты нашего глинтвейна и сварили глинтвейн. Друзья, выбирайте. Тут уже понеслась. Тут на самом деле сейчас соревнуются между собой миксер и швабра. То есть вот прям пишут миксер, швабра. Кто-то пишет отпариватель, миксер, швабра, миксер. Гладильная станция, миксер, швабра, миксер, чайник. Так, жизнь многодетной маме, что вам там нужно? Подождите, скидку не увидели. Так, чайник, гладильная станция, отпариватель, швабра, чайник, миксер. Миксер, вот. Давай миксер, все. Миксер на самом деле, это действительно на кухне вещь вообще незаменимая. Так. Итак. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы как раз таки, мы убрали сейчас чашу. Сюда входит, конечно же, в комплекте чаша, все входит. Чуть позже мы здесь сейчас приготовим еще и майонез, да, и при этом я хочу отметить, что действительно цена, смотри, у нас сейчас была цена 7888 рублей. Так. Сейчас мы спросим, да, какую бы цену... Эта цена была уже после скидки. После скидки, да. И специальная цена на стрим. Да, потому что изначальная была 14500. Друзья, за какую цену вы готовы приобрести этот планетарный миксер? Ну, тут пошло 3000 рублей, сейчас, а потом просто пишут миксер. Ой-ой-ой, пошло 2000 рублей. Так, ну это совсем мало, слушайте, ну, 5000 рублей. Вот Евгений так, Иванова ну, написал 5000 так, рублей. Устроит ли вас дополнительная скидка, скажем, в 900 рублей, за 6900, что вы скажете? Если за 6900, как вы думаете? Ну, потому что действительно, и так, посмотрите, основная цена была 14500, да, то есть, конечно, круто там за 1000 и за 500 рублей, вы знаете, я бы сама прямо сейчас и унесла ее отсюда, так. Но при этом, ну, видишь, тут вообще, тут как бы я 5, смотрю, 5, 5, 7, 5, 5, 7 пишут, 7, 5, 7, ну, 6, 7 это 6600, 6600, так. Слушай, а 6500? Давайте 6500, ну что? Серьезно, такая, слушай, ты вообще реально волшебник, да? 6500, что скажете? 6500, я за, если спрашивать лично меня, потому что 14500 раньше стоило, ну нет, ну не дорого, норм пишет вот Дмитрий, причем норм цена, норм, мужчины причем пишет, устроит, да, вот давайте тогда такую. Устроит, тогда я с вашего договорились. Дил продано. Да. Я сейчас захожу через свой волшебный телефон в систему управления Озона. И поменяю цену на 6500. Шикарно, 6500. Да. Но мне кажется, ребят, это хорошее, пока Илья
меняет, я просто немного поговорю. Смотрите, цена была 14500, стала 6500, да, то есть смотрите, разница 8000 рублей. Но как по мне, хорошая разница. Сейчас не надо нервничать, цена изменится не сразу, да. Она, когда изменится, начнется таймер, да, он запустится и будет на ваших экранах. 5 минут будет длиться таймер, то самое время, за которое вы сможете заказать. Ну, Алексей, ну что ж вы так на нас ругаетесь? Как по мне, ну, действительно, хорошая история. Ну, простите, но действительно, за качественную там технику, да, ну, вы зайдите в магазин, и вы увидите, что цены действительно дорогие. Я понимаю, нам бы все, мне бы тоже, верите, хотелось, чтобы все было вообще по 200 рублей, и у меня было $1 000 000 в банке, вообще я бы ничего себе не отказывала, да. Но вот сейчас это решает Илья, и мы коллективным решением вместе с зрителями приняли, мы да, договорились. Спокойно. Итак, я цену поменял сейчас в прямом эфире, займет минута, полторы-две, в зависимости от вашего интернет-соединения, пока цена обновится. После того, как она обновится, у вас будет 5 минут, чтобы приобрести, положить себе в корзину, и приобрести можно чуть попозже, но главное успеть положить себе в корзину по этой цене этот планетарный миксер по цене 6500. Через 5 минут, соответственно, цена вернется назад. Да, вот спрашивают, как часто мы работаем в таком формате. С Ильей мы работаем довольно часто, видимся и, конечно, презентуем хорошую технику «Пионер». Не возмущайтесь, цена действительно классно снижена. Мы планируем раз в неделю проводить стримы. Пока смотрите анонсы, а чуть позже это будет какой-то фиксированный день и фиксированное время. Да, и при этом, смотрите, тут вот спрашивают вообще, вот, а с кем можно связываться, там, если в случае чего обслуживание техники, да, Илья? Это все есть у вас на сайте? Ну, во-первых, есть на сайте, во-вторых, ну, есть 120 сервисных центров по России. Есть дополнительная гарантия, которая продается на Озоне на 1 год или на 2 года. Угу. И там в инструкции есть, и в описании к этому прибору. Ну, в общем, мы открыты со всех сторон. Более того, вы можете взять и написать через Озон к нам любое обращение, и наша служба поддержки напрямую вам ответит, потому что обращение, которое вы пишете через Озон, приходит к нам. Слушай, ну здесь, конечно, и очень многие пишут еще, опять же, про швабру, это я тебе просто скажу, а те, кто пишут еще про очиститель воздуха, да, вот про все вот это мы поговорим чуть позже, будьте с нами, потому что на это тоже все будет розыгрыш. И я вас прошу, вы даже очень удивитесь, потому что я была очень удивлена тому, что мне сегодня сказал Илья. Сегодня вас ожидает просто очень классный сюрприз. Вы дождитесь конца эфира, да, и поверьте мне, вот там будут довольны какие-то несколько счастливчиков, поэтому просто оставайтесь с нами, будьте с нами, не пишите какие-то злостные комментарии, лучше будьте на позитиве и будьте с нами в такой радости и гармонии. Конечно, сейчас вечер пятницы, у нас глинтвейн, поверьте, он очень вкусный, я бы очень хотел, чтобы и у вас был глинтвейн, да. Поэтому покупайте наш чайник «Пионер», сделайте в нем глинтвейн и радуйтесь жизни. Пишут, вы красавчики, люблю вас, понимаешь, тоже такое пишут. Классно все, мы тоже вас любим, спасибо большое, будьте ну с нами. Да, ну раз такая история спрашивает про швабру, ну, наверное, мы не можем же обойти стороной швабры. Видите, какой он добрый, мы не планировали из этой рубрики, нет, как бы, на самом планировали, деле, не планировали, скидку. Но раз уж такая вещь у нас, сколько швабры стоит? Слушай, сейчас. А тут вот нам на самом деле с тобой даже вот интересно поступило предложение. Написали, что вы крутые ребята, обожаю ваши эфиры с Кристиной Ильей, сделайте свои обзоры на YouTube. Так что нам... Мы заведем канал, да-да-да, спасибо за приятный комментарий. Так. Скажи мне, сколько швабра стоит такая сейчас? Сейчас давайте посмотрим. Смотрите, все очень просто. Мы заходим в перечень товаров, который находится внизу в левом углу. Швабра стоила изначально 8610 рублей. Сейчас она с 58% получается скидка, да. 3591 рубль она сейчас стоит. Я не знаю, на что он еще там рассчитывает, сколько он будет еще снижать. Да, на самом деле это крайне низкая цена. Это связано с тем, что это новый товар на Озоне, и у него сейчас промо-цена и так уже максимально-максимально низкая, поэтому много тут не сделаешь, но просто для тех, кто с нами здесь сейчас, я поставлю специальную пишут цену. Вот 2500, ну тут по-разному, тут как всегда разлет. Да, я поставлю цену в 3290, тоже на 5 минут, просто как такой небольшой как дополнительный бонус, потому что эта цена скоро меньше, чем 5000 уже не будет. Вот, потому что это просто новый товар, и мы на первые 3 недели поставили промо-цену. Угу. Видите, изначально мы разыгрывали вообще миксер, потому что мы договаривались вообще с Ильей, что сегодня будет только 2 розыгрыша, но уже он делает сейчас 3-й розыгрыш. Я сейчас являюсь представителем Озона, да, и как раз-таки делаю с ним вместе этот обзор. И вот могу вам с точностью сказать, что планировалось сейчас сделать 1 розыгрыш в этой сфере и как раз-таки другой на другой как раз-таки боковой нашей платформе, где вы видели те самые замечательные, скажем так, уже очистители воздуха. Чуть позже мы об этом поговорим, и еще вас ждут призы. Слушай, Илья, еще одну скажу.
покажу. Вот таймер, да, 3,5 минуты. Это сейчас таймер на миксер. Потом появится таймер еще и на швабру. Поэтому здесь вы смело можете как раз-таки, скажем так, заказывать, потому что сейчас цена максимально снижена. Так, миксер еще кто пишет, я хочу выигрыш. Да-да-да, миксер обновился. Все, миксер можете приобретать. 6500 сейчас цена. Следующий розыгрыш. Будут товары, смотрите, что туда будет входить у нас? Потом же будут очистители воздуха, да, входить у нас? Будут увлажнители, очистители воздуха, да. Мойки воздуха. Мы сейчас покажем весь климат в доме, как его классно и удобно сделать. Это на самом деле очень полезные и нужные приборы. Перед этим я просто хочу напомнить, друзья, сколько нас с вами будет в конце эфира, такую дополнительную скидку на весь ассортимент бренда Пионер. Точно? Абсолютно. Ты смотри, нас уже 8, нас уже почти 9 тысяч смотрят. В прошлый раз нас смотрели 22 тысячи. Да, так да, что да. А сколько нас с вами будет, такую скидку мы с вами прольем дополнительно на весь ассортимент. Это более 150 артикулов сегодня на Озоне. Поэтому у вас будет возможность купить себе, своим близким подарки. Скоро куча разных интересных праздников, и 14 февраля, и 23 февраля, и 8 марта скоро. Так что готовьтесь. Слушай, но безе получилось отличное совершенно. По-моему, классно, да. Нам тут ассистенты принесли горшочек миксера. Я обращаю внимание, что он такой вот интересной очень формы. Да, он легко. Что нужно сделать, чтобы участвовать? Я вам сейчас быстро скажу. Сейчас мы уже выбрали из этой части тот самый, скажем так, товар, тот самый лот, который участвовал в розыгрыше, и Илья снизил на него цену. Но он также снизил цену не только на миксер, а еще снизил цену сейчас на вот такой вот замечательный вариант швабры, да, прекрасная, которая убивает микробы и моет пол. Ну а дальше у нас будет как раз-таки следующая презентация. Так, ну все, я иду к тебе. Так, слушай, ну, рассказывай, скажи мне, тебе что больше нравится, пихта или апельсин? Ну давай пихту сделаем. Все-таки нужно сейчас следить за иммунитетом, за своим здоровьем. Да, давай мы будем немножко дышать пихтой. Я добавил эфирное масло пихты вот в такой вот интересный очень увлажнитель. Тогда давай с него и начнем. Давай. Это очень необычный прибор и очень-очень актуальный. Это увлажнитель воздуха. Ты знаешь, тут смешной просто комментарий написали. Кристина и Илья прекрасные ребята, помоют, приготовят, с Пионер все дорого-богато. А как зовут человека? Артем зовут его. Артем. Или Александр, сейчас найду. Артем, мне очень понравился ваш прикольный комментарий, поэтому Артем, сделай скриншот с Артемом. Сейчас я найду, подожди секунду. Ищи Артема. Артем, хочу лично к вам обратиться. Я хочу вам подарить вот такой вот увлажнитель. Это увлажнитель мойка воздуха. Я чуть попозже про него расскажу. Но вы туда просто заливаете воду. В нем есть разные режимы, таймер и встроенный нагнетатель, который увлажняет воздух и его моет. И мы вам его подарим просто так, то есть даром. Поэтому просто так? Просто то так. То есть ты сейчас даришь просто так человеку подарок? Вот я сейчас просто так дарю вот этот вот увлажнитель. Сейчас я сделала скриншот. Да, мы его да. отправим на Озон. Как это будет? Мы найдем вас в базе данных Озона, и вам на почту мы отправим промокод на 99% скидки на вот этот вот великолепный увлажнитель. Чуть попозже я еще расскажу про него подробнее. Да, и при этом, смотрите, 15 секунд остается, а после этих 15 секунд, вот сейчас он взял опять свой телефон и изменит цену, да, на прежнюю, на этот роскошный миксер, и чуть позже изменится цена также и на моющую швабру. Мы поздравляем как раз-таки уже первого счастливчика-победителя, да. Так, я успела сделать скриншот. Молодец. Смотрите, просто на самом деле, если вы добрый, позитивный человек и пишете какие-то добрые комментарии, вам прилетают от вселенной подарки. В данном случае у нас в роли вселенной Илья, да? В данном случае я. И это здорово, потому что это очень приятно. Так. Красиво вообще. Вот тут начали писать с фруктами. Все, добрый. Крутяк, кто-то радуется. Мы все задобрели, это замечательно. Я сейчас буквально меняю цену на планетарный миксер назад. Вот, и у меня займет еще секунд, наверное, 30. Так. Вот. И мы с вами продолжим разговор про наши увлажнители. Угу. Так. Вот, все, я все сделал. При этом Артем написал: скажите, а белый нельзя, у меня маме. Артем. Так. Итак, вот этот увлажнитель, это уникальный прибор, смотрите, что он делает. Он берет воздух из помещения, пропускает его сквозь слой воды, который в нем залит. Угу. В данном случае сегодня мы добавили в него еще эфирное масло пихты.
А таким образом он его увлажняет, добавляет эфирное масло. И не только увлажняет, он его очищает. Так. Поэтому, в принципе, если воду менять раз в 3 часа, вы увидите то, чем вы дышите. Угу. Если взять комнату в 15 метров, то он весь объем комнаты примерно часов за 10 через себя прогоняет, то есть полностью очищая воздух. Но это еще не все. Что в нем есть? В нем есть очень актуальная кнопка, и поэтому на Новый год в моих подарках был именно этот прибор. Нажав ее, включаются 4 ультрафиолетовые лампы. Так. Они на 100% обеззараживают воздух, который проходит через этот увлажнитель. То есть этот прибор увлажняет, очищает, обеззараживает ультрафиолетом. Ну и, конечно, в нем целый набор дополнительных функций. В нем есть и таймер, и ночной режим, и подсветка, и датчик температуры воздуха. Ну, это все на борту, естественно, присутствует. Но главное для меня, по крайней мере, было это ультрафиолет. Шикарный аромат. Я перебью тебя. Просто действительно так шикарно сразу пошло вообще вот это движение это воздуха. Потому что это с глинтвейном связано или все-таки с ароматом? Нет, я все-таки трезва, потому что он безалкогольный. Конечно, поэтому точно, это аромат. Да. Точно. Он безалкогольный. Да. Так, слушай, но сюда ведь ты тоже можешь добавлять, правильно же? Все правильно, так, как и было прежде. Да, сюда тоже добавляют. Да, не в каждый увлажнитель можно добавлять эфирное масло. Вот в этот можно. Да. И поэтому это получается такой, значит, спа дома, климат дома, комфорт дома. В общем, классная штука. И она иная по своему устройству. Но давай посмотрим, что у нас есть еще, потому что она иная, в ней не виден пар. Пар, который у нас вокруг, создают ультразвуковые увлажнители. Пар холодный. Вот здесь видно, да, то есть он холодный, он прохладный. И у нас сейчас представлено несколько таких вот интересных вот приборов. А я сейчас одну секунду от тебя отлучусь буквально, потому что, Саш, пойдем-ка быстро к швабре. Смотрите, вот таймер, 3:20 остается времени, да, 3 минуты 20 секунд. Вот эта швабра еще по самой низкой цене. То есть Илья снизил еще цену, вы это помните, да, кто присоединился, знаете, что уже было снижение цены. Плюс Илья еще раз снизил, поэтому я, конечно, хочу, чтобы у вас действительно была такая швабра, вы видели, мы все здесь отмыли, реально классно работает, вот это прям правда, здесь уже вы не прицепитесь точно, мы отмыли следы преступления буквально в прямом эфире. Да, так. Да. А я хочу напомнить, что столько, сколько нас с вами будет в конце эфира, такую дополнительную скидку я поставлю на 10 минут после эфира, и вы сможете приобрести подарки себе, вашим близким. Это 150 товаров марки «Пионер» сегодня на Озоне. Поэтому да. Зовите друзей, пишите в WhatsApp, открывайте списки контактов. У вас есть возможность просто выбрать из огромного ассортимента. Класс. Сейчас давай посмотрим, какие еще увлажнители давай. Есть. Давай. Вот как раз у нас оператор показывает два таких вот брата. Один в ручном управлении. Угу. Это простая, надежная, функциональная модель 3 литра, где мы просто включаем его, выбираем себе мощность в ручном режиме. Но у нас есть его брат-сосед. Так, смотрим. Слушай, ну они идентичны по дизайну, в принципе. А чем они отличаются, они скажи, отличаются, пожалуйста? Они отличаются функционалом, в первую очередь. Потому что вот у этого увлажнителя, я, кстати, пользуюсь пультом для того, чтобы его включить, у него есть уже гораздо больше функций и возможностей. Дизайн как таковой, да, он один, но этот базовая комплектация, а это максимальная комплектация во втором. У него есть гидрометр, у него есть датчик температуры, у него есть таймер, у него есть куча разных преднастроек. Все это управляется с пульта. Можно настроить уровень влажности, который нужно поддерживать. Есть режим сна, чтобы он там выключался. Или... Да, да, да. В общем, это, скажем так, максимально нафаршированная версия. Угу, вот, класс. Поэтому мы выбираем, что нам нужно. Если нам нужна простая, надежная, исключительно простая штука в использовании, то это, конечно, левый вариант. Или правый вариант, если мы хотим использовать какие-то дополнительные настройки, функции, программы и так далее. Смотри, у нас на самом деле представлено еще два ультразвуковых увлажнителя здесь. Я хочу тебе их показать. Один вот такой вот, вот этот вот малыш мне нравится, знаешь, чем? Что у него есть вот такая интересная функция сбоку. Угу. Если вот я ее достану, то я могу накапать также эфирное масло, потому что это на самом деле очень важно. Увлажнитель создает климат, а климат — это не просто влажный воздух, климат — это атмосфера в доме. И я могу в специальный отсек накапать эфирное масло, добавить его и
мы можем уже вдыхать ароматы этого эфира. Вместе с этим у этого прибора опять же есть гидрометр, который измеряет уровень влажности. У этого прибора есть ночной режим, разные подсветки, таймер. То есть он тоже весьма наворочен. Но главное, что вот в него можно добавить эфирные масла, потому что в ультразвуковой увлажнитель, в сам бачок эфирное масло добавлять нельзя, это его может испортить. Но при этом, ты знаешь, у нас остается на самом деле не так уж много времени именно по таймеру, да, чтобы вы смогли взять для себя такую швабру. Слушай, ну вот если на самом деле к чему-то могли прицепиться, там, например, к тому же пылесосу, да, то посмотри, как моет классно швабра. На самом деле раз, вот смотрите, я провожу, и все чистое, да, класс. Мне очень нравится. Посмотрите, раз, вот я вычищаю. Нет, смотрите, я столько кетчупа, конечно, налила, посмотрите, но можно вычистить. Ну вот, Саш, а покажи сейчас, пожалуйста, знаешь, вот я приподниму, то есть, что все остается вот на самой швабре, да? А потом мы собираем это все и убираем дополнительно, да? Раз, и вычистили. Вот, посмотрите, вот здесь ничего не остается, видите? Все сразу чистенько, прекрасно остается. Все, закончилось время у нас уже по таймеру, а по таймеру уже время закончилось. Пишут, хочу швабру. Сейчас есть такая возможность, поэтому смело выбирайте ее прямо сейчас и заказывайте, пока еще есть такая возможность. Ты что, все, меняешь уже прежнюю цену? Да, я цену возвращаю, но я хочу обратить ваше внимание, что эта швабра все равно находится на Озоне по промо-цене, потому что это новинка, и такая вот промо-цена, она будет доступна еще буквально, наверное, несколько дней, вот, угу. А после чего она будет стоить дороже, поэтому такой вот вам небольшой, типа, секрету я вам сюрприз, рассказал. Да? Да, сюрприз, да? А сколько будет? Еще несколько дней, да, ты говоришь, будет? Да, такая текущая цена, еще несколько дней, потом на следующей неделе это уже будет более регулярная цена. Конечно, скидки останутся, потому что мы в ближайшее время заходим в разные праздники, но... Угу. Все равно цена сейчас, она очень классная. Итак, мы с вами посмотрели увлажнитель вот с таким вот отсеком для эфирного масла. Рядом с ним стоит такой вот рабочий увлажнитель с электронным управлением, с баком на 4 с чем-то литра. Он очень простой, у него верхняя заливка, то есть мы просто поднимаем вот эту крышку, наливаем в него ту воду, которую нужно, не надо его никуда таскать. Так. Вот, закрываем. Исключительно простое в управлении, на 10, 12, 13 часов, то есть это 4 с чем-то литра его емкость, такая рабочая лошадка. И, ты знаешь, тут, когда ты сказал, тут начали писать стишки всякие, я просто уже смеюсь, белее белого, красивый стиль, все это пионер производил, Илья вселенную руководил и увлажнитель воздуха мне подарил, наверное, вот так вот это должно было быть правильно. То есть все, Илья, теперь ты у нас руководишь вселенной. Ну, как скажете. Вот, видишь как. Да. Так. А давай расскажем про тот увлажнитель, который мы как раз подарили. Так, давай, конечно, потому что вот, это интересно, наверное, тому, кто выиграл его. Да, это другая система. На самом деле, здесь мы представили все системы увлажнителей, которые существуют в мире на сегодняшний момент. Да. Вот это иная система, это мойка воздуха. То есть там внутри бак, в котором залита вода. Водой пропитываются фильтры, и специальный напор нагнетает воздух сквозь эти фильтры, засасывая его вот здесь по бокам. Угу. Туда тоже можно добавить аромамасло. Да, сюда тоже можно добавить аромамасло. Воздух засасывается здесь, прогоняется сквозь мокрые влажные фильтры, поднимается наверх. Вот здесь вот ты прям можешь почувствовать, вот если мы придвинем рядом, поставим рядом пар, то видно, как воздух сразу поднимается наверх, потому что здесь идет восходящий поток уже увлажненного воздуха. Естественно, у этого увлажнителя есть разные скорости. Да. Есть таймер, который можно включить, выключить. В общем, это еще одна версия увлажнителя. Слушай, ну они действительно так очень хорошо виден сразу, вот как бы, скажем так, воздух, да, при этом он такой прохладный и приятный. Но здесь, я знаю, ты тоже хочешь провести как раз-таки скидку, правильно? Конечно, конечно, но подожди, мы еще не закончили. Я хочу показать им то, что мне больше всего нравится. Мне лично больше всего нравится вот такая штука. Это маленький увлажнитель, которым работает USB. Его можно вставить в машину, в подстаканник. Можно поставить рядом с компьютером, особенно убирает любое статическое электричество, которое создает лэптоп. Угу. Вот, да, и он работает там 3-4 часа на одной заправке. На самом деле классная штука. Вот, и самое интересное, что вот в этот маленький тоже можно эфирным маслом чуть-чуть капнуть и создать себе атмосферу на рабочем месте, дома, в машине.
классная вещь, очень рекомендую. Сейчас там супер промо-цена на нее. И сейчас, друзья, мы вам показали все виды, которые существуют на сегодняшний момент увлажнителей. Вы можете выбрать один. Мы с вами немножко поторгуемся, вы назначите цену, и я ее исправлю прямо в прямом эфире. Да, и при этом, ты знаешь, Илья, на самом деле нам скоро придется делать стрим с твоим телефоном, потому что все говорят, подарите телефон Ильи мне, это подарите. Волшебный телефон, который изменяет цену. Да, да, да. На любой товар на Озоне. Так. Итак, друзья, выбирайте увлажнитель, давайте мы назовем первый. Так, первый. Второй. Второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой и восьмой. Пишите номер увлажнителя, на который вы хотели бы получить специальную цену. Мы с вами торгуемся, я эту цену проливаю, и у вас будет возможность приобрести его по этой цене. И напоминаю, зовите ваших друзей, потому что у нас 15 минут до конца эфира, а сколько нас с вами будет, такую скидку я пролью на весь ассортимент Пионер на 10 минут после эфира. Да, и при этом вы должны сейчас написать в комментариях номер того самого варианта, который вам понравился. Саш, давай еще раз пройдемся и повторим. Это номер 1, это номер 2, номер 3, номер 4, 5, 6, 7, 8. Итак, пишите. Так, 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 так. 2, 6, 5. Ты видишь это все? Угу. Боже, 7, 1, 1, 7, 6, 5, 8, 3, 5, 1, 7, 5, 1, 4, 1. А смотри, первый-то идет. Хорошо. 8, 5, 5, 5. Пишут. 4. 7 за 3000 сразу пишут. 6, 5. Боже мой, летит все. Я даже 6, не знаю. 1, 2, 3, 6. 1, 7, 1, 5, 7, 7, 5. По-моему, слушай, по-моему, 6. Ну, по-моему, 6, 6 с ультрафиолетовыми лампами, которые, слушай, ну, на 100% дезинфицируют. Да. Да. Ну что, сколько у нас сейчас стоит? Давай посмотрим. Так, сейчас у нас получается цена за данный. Сейчас мы переходим в перечень товаров и видим. Ранее цена была 12100, сейчас цена 4491. Вот, насколько ты хочешь снижать цену? Давайте голосовать, какие у вас предложения, давайте, друзья. Давайте голосовать. За какую стоимость вы хотите вот этот вариант, но при этом давайте так, в пределах разумного. Я тоже хочу за 50 рублей. Можно 50 рублей? Ладно. Я потом лично спрошу, но при этом мне тоже, понятно, хочется вот за дешево. Но давайте какие-то реальные сейчас цены напишем, да, и попросим нормальную скидку еще дополнительно. Итак, так, ваше предложение, друзья. 2100, 2500. Так, еще варианты. 300, 500, 2000, 3, 500, 2, 3, 999, 2000, 1500, 2600, 2, 3, 2, 3, 600, 2, 1500, 2, 200, 2, 3, 200, так, 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 3, 1500, да, так, так, давайте скажем так, цена, например, пусть будет 3750. Ну давайте 3750, правда, потому что, ну 3... серьезно, 4400, считайте, почти еще 1000 рублей, ну как бы убрали. 3750, поверьте мне, это великолепная цена на этот прибор. Итак, я... Говорит, я хочу замуж за этого щедрого мужчину. Илья, я считаю, что срочно надо здесь публиковать твой аккаунт, тебя найдут. Точно. Поздно, поздно. Поздно. Занято, занято. Юля, успею. Привет. Вот, поэтому, видите, вот все. Вот такие мужчины на расхват. Так что вы лучше выберите то, что сейчас вам нужно из техники, пока Илья добрый и его доброта распространяется на всех, поэтому смело сейчас как раз таки выбирайте. Итак, я поменял цену, у вас займет буквально минута-две, пока она прогрузится, так что так. Все, ждем. Все, ждем. Сейчас изменится цена, но при этом, посмотрите, сейчас все они в вашем, в принципе, доступе на платформе Озон, вы их смело можете заказать. Вы можете смело выбирать то, что вам нравится, вы можете смело приобретать то, что вам нравится, поэтому просто сделайте выбор и закажите для себя тот вариант, который вам подойдет. Также хочется напомнить, Саш, давай пройдемся немного и напомним еще то, что сегодня вообще есть, да, потому что есть и вот такая великолепная, например, швабра, которая не только моет пол, да, и заметает следы не только преступлений, но и грязи, и еще при этом все убивает микробы, правильно? Это большой конечно, плюс. Конечно, конечно, это же горячий пар. И она моет, в ней достаточно большой бак, то есть не нужна бытовая химия. Да. Знаешь, это animals friendly, то есть поберегите лапы ваших животных. Вот-вот. Купите эту швабру, это лично от меня такое пожелание, потому что химия, конечно, им очень не нравится, поверьте мне. Вот, здесь не нужна никакая химия.
Здесь горячий пар, который дезинфицирует поверхность, все отмывает, и это хороший стоящий прибор. Я очень рад, что многие успели купить по специальной цене. Сейчас еще цена тоже низкая, потому что это новый прибор и промо-цена. Она будет действовать еще пару дней буквально, и потом цена пойдет вверх. Так, но при этом скоро появится таймер, да? Надо еще напомнить, что цена просто пока еще не изменилась. Как только появится таймер, сразу цена изменится. То есть вы смело сможете тогда уже заказывать по сниженной цене. Так, но при этом у тебя еще и куча вот такой утвари для дома, которая хорошо гладит. Конечно, конечно. Да? То есть вот такой вот отпариватель стационарный, да, очень удобный. Да, смотрите. Мы его включаем просто нажатием ноги. У него есть встроенная вот такая вот гладильная доска, да, которую можно снять и вдоль корпуса повесить, поэтому он очень удобно его хранить. Есть плечики, на которых можно отпаривать, но мы сегодня отпаривали на доске, на ней как-то так удобней, привычней. Да. Вот. И помни, что мы делали с нашей футболкой. Ну, конечно. Давай, попробуй теперь ты ее помять. Это так не очень получилось, да, потому что ты не умеешь мять футболкой. Да не умею я мять. Это мужское занятие. Это мужское занятие. Мять, портить, грязнить кухню, да, и оставлять следы, получается, да. Да-да-да. Так, смотрим, вот суперские подарки, пишут спасибо за скидки, да, кто-то еще. Смотрите, уже сейчас цену писать не надо, потому что действительно уже цена озвучена, надо заказывать. Посмотрите, вот у нас все-таки сейчас, по-моему, удалось помять, более или менее мне нравится, как тебе так получилось. А теперь да, посмотрите, что я делаю отпаривателем. Это вам не утюг, это отпариватель. Он отпаривает, вот. Вы видите, это очень просто. Это очень просто, это задорно. На самом деле можно помять прям вот сильно-сильно-сильно. И вот одним движением. А ты знаешь, а нам тут вот пишет, например, женщина Ирина: вы классные ребята, Кристина и Илья, и что и с пионером вместе смотрю я вас всегда. Ирина, знаешь, какая хорошая женщина. А давайте мы вам тоже подарим увлажнитель. Ты еще хочешь кому-то что-то подарить? Да, давайте мы подарим так, вам. Так, как... слушайте, я в следующий раз участвую, ребята, мне надоело эта вот работа. Вот этот вот белый увлажнитель с электронным управлением, с пультом, с гидрометром, с датчиком температуры, влажности и вообще всего, чего только можно, нафаршированный ультразвуковой суперувлажнитель, мы вас найдем в чате, сделаем скриншот, найдем ваш email и отправим вам промокод на 99%. Так, все, я сейчас покажу, потому что вот мы сделали когда скриншот. Вот Ирина Ранева или Ранева, вот как-то так. Так, ну все, мы эти скриншоты все отправим, и с платформы вы сможете смело потом это все забрать. Хочу сказать, что цена поменялась на увлажнитель 3750, так же, как мы с вами договаривались. Так что 5 минут, друзья, бегом. Да, в прошлый раз у нас кончился пылесос. На самом деле, да, и не всем досталось, поэтому... Илья, ты знаешь, вот я не знаю, что ты делаешь в следующий раз, но ты с каждым эфиром и с брендом «Пионер» вы просто удивляете и удивляете. На самом деле, я при этом хочу сказать, что действительно цены на технику вы можете сравнить, да, они меняются, и они приятны все, потому что, вы видите, снижение цены всегда и максимально, причем, мне кажется, ты по максимуму играешь, в общем, да? А, друзья, тем, кто только присоединился, я хочу напомнить, что до конца эфира осталось 6 минут, а столько, сколько нас с вами будет. Будет такую скидку, мы на 10 минут прольем на весь бренд Пионер, поэтому у вас будет больше 150 артикулов, которые можете приобрести по этой супер-пупер цене. Так что давайте дотянем до 20 тысяч. Нас сейчас 18, чтобы я мог дать вам 20% скидки. Так что быстрее, у нас с вами 5 минут, зовите друзей. Нас уже 18-100. Мы... Слушай, но при этом, ты знаешь, тут просто масса теперь женщин, несмотря на то, что ты сказал, что ты занят, которые пишут: хочу такого мужа в подарок. Занята, Юля, привет еще раз. Юля, еще раз привет. Девушки, девушки, лучше будьте хозяйственными, лучше пусть у вас дома будет все хорошо и уютно, и у вас обязательно появится хороший мужчина. Но при этом, конечно, мне нравится, что сегодня есть и вот такой стационарный отпариватель. Как вот правильно? Расскажи мне, не хозяйственный, как называется. Это гладильная станция. Это на самом деле... Ты знаешь, если скромная много штука глажки, то вот без него просто, да, сложно себе вообще представить. На моем фоне, вот не знаю, да, видно вам у него или мощнейший видно паровой удар, который достигает 2 метров, может дотянуться до шторы, не снимая ее при необходимости. Мы показывали, он может разгладить даже на расстоянии. То есть попробуй, смотри. Слушай, мы, ну, давай мы да, сейчас... Давай, это твое да, дело, да, любимое. Да, я мять, я умею. Давай вот так. И на расстоянии просто мы видим, как... Все выглаживается, даже не дотрагиваясь. Да. Вот. А если мы дотронемся, то это ты можешь все не водить. Идеально. Ты можешь, а мне нравится, водить, знаешь, даже это даже успокаивает, это как медитация. Вот, смотрите, один раз.
Да, смотри, а, смотри, так смотри, вот как эти ваши рекламы смотри, снимаются. Один смотри, раз провел, смотри, и все готово. Один раз провел. Ты прям провела. Здесь достаточно сделать вот так. Да, и все. Вот просто. Да, вот так мы делаем, и мнем, и это вот за одно касание превращает любую поверхность в абсолютно гладкую. Слушай, ну это потрясающе. При этом я напомню, что сегодня у нас буквально последние 4 минуты, буквально одну минуту еще действует вот то предложение на очиститель и увлажнитель воздуха, да, по специальной цене. Сегодня мы, кстати, классно разыграли совершенно по выгодной цене вот такой вариант, да, потому что купить по выгодной цене – это тоже выиграть, я считаю, это тоже розыгрыш. И вы, считаете, выиграли хороший миксер. Так, Илья, мне кажется, эфир прекрасно идет. Мы с тобой сварили еще глинтвейн. Безалкогольный глинтвейн. Да. В чайнике Пионера. Как мы это могли сделать? Потому что чайник Пионер, у него есть такое вот приспособление ситечко, которое можно одеть, можно пользоваться, можно нет. Мы в него засыпали ингредиенты глинтвейна и сварили глинтвейн прямо в чайнике. Илья, когда следующий эфир, когда следующие розыгрыши? Тут просто вопросы. Раз в неделю мы выходим в эфир. Скоро это будет фиксированный день, фиксированное время. Пока это немножко гуляет, но раз в неделю мы в эфире будем. Смотрите анонсы на Озоне. Да, и при этом, смотрите, 17 секунд еще действует, прости, сейчас обойду тебя, вот выгодная цена на данный увлажнитель, очиститель воздуха. Сюда можно также и аромамасло добавить. Ну, то есть, на самом деле, мне вообще это нравится даже, прости, как ночной такой ночник домашний, классный. Да, слушай, ну, у нас собралось, в принципе, 20 тысяч человек практически, да? Да. Друзья, у нас это получилось. Да. Я вас поздравляю. Мы сейчас, вы увидите промокод. Их будет два, потому что есть два поставщика бренда Пионер, поэтому два промокода. Один из них точно сработает. Вы применяете эти промокода у себя в корзине. Сейчас вы их увидите на экране. И они вам дадут дополнительно 20% скидки ко всем действующим скидкам, которые в данный момент действуют на Озоне. Да, и кстати, вы знаете, очень многие писали очень позитивные отзывы, потому что они именно воспользовались этим приложением в прошлый раз и как раз-таки спокойно получили свою 20% скидку. Сейчас, да, вот у нас пошел продюсер как раз-таки менять ту самую цену, высвечивать точнее как раз-таки тот промокод, по которому смогут покупать с этой 20% скидкой, поэтому смело вы можете все это заказывать. Очень многие в прошлый раз писали отзывы, потому что действительно на 20% снизить цену — это круто, и купить себе качественную хорошую технику по такой цене — вот это реально класс. Где промо сейчас буквально? Так, Женя, Саша, Коля, Миша, давайте уже промокод, нам уже очень нужен промокод на наших экранах, потому что действительно 2 минуты до конца трансляции. Сейчас он высветится. Так, вы не переживайте, в любом случае он до конца эфира точно появится. Да, сейчас он появляется, вот уже все сделано, нам показывает, скоро появится на ваших экранах. Но и при этом, конечно, вообще, Илья, ну, у нас просто бомбические все время с тобой эфиры, даже не хочется как-то расставаться, действительно так хорошо идет, что прям не нарадуюсь. Ну, я тебе хочу сказать, что сейчас будет очень тоже интересный эфир. После нас, через 10 минут, будет эфир мирового бренда, исторического, которому 150, я не скажу какой, да, ему больше 150 лет. Уже интересно, так. Больше 150 лет. Это международный бренд, который пионер во всем, но называется чуть иначе. И знаешь что, ты же будешь вести? Да, я буду вести. А я зайду к вам в гости. Слушай, давай, с удовольствием. Я зайду к вам в гости. Друзья, приходите, в 7:10 начнется эфир. Я вас жду. Кристина. Да, и мы будет, ждем. Будет интересно, поверьте, вам понравится. Промо Пионер 20X. Он только что высвечивался на ваших экранах. Пионер 20X. Запомните, Пионер вы пишете как основное название бренда. Пионер, потом 20 и X. Все, вот это промокод на скидку 20%. Еще раз повторюсь, Пионер 20X. Это промокод, который дает вам возможность в течение всей этой недели приобретать товары от бренда Пионер. Не, какой? 10 минут после эфира. А, 10 минут только? Да, да. Все, чтобы, 10 минут чтобы тогда. Вас занять между двумя интересными, что это я такое несу? Между двумя интересными эфирами, разница в 10 минут. В эти 10 минут вы идете, покупаете Пионер со скидкой в 20%, используя промокод Пионер 20X. Да, Пионер 20X, и вы смело можете в течение 10 минут купить как раз-таки все с 20% скидкой на платформе Озон. Ну что ж, мы надолго не прощаемся, мы вернемся через 10 минут. Присоединяйтесь, у нас будет еще много всего интересного. Ну да, что, пока, через 10 пока. Минут я к вам зайду в гости. Пока-пока. Я тебя поздравляю. 21,5. Да? Все, просто... ну я тебе скажу, что в тебя влюблены там просто.